Всем советую вот такие штучки вкусные. Апельсин с ментолом. Песня. Там еще есть интересная песня про 15 голых баб, но я ее не знаю. А это слышал. А это еще кто? Ночью классно поет. Саня, классно поется ночью, я тебя понимаю. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин забрал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, мы считали, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в войне. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. На земле лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, то пора вернуться домой. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в огне. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Что больше жать? Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в огне. А кругом горят факелы, идет сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие у наших отцов, строят планы на наших детей. Нас зажали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой.